И снова всем привет, друзья, с вами NoFX и Шеморо. И добро пожаловать в Ark Survival Evolved Ark Scorched Earth, на наш сервер, дорогие друзья, где мы сегодня ищем иностранных гостей. Значит, мы узнали, что на сервер как бы пришли играть различные иностранцы, и нам бы хотелось с ними познакомиться поближе. Это что, один этот верблюд сам ходит? Да, это верблюд. И он ничейный, по-моему. Так, хорошо, ладно. Будем сейчас полетим, посмотрим, как вообще обживаются трайбы, кто здесь живет. Очень много мы заметили, что зарейженных, да, ребят? Это очень странно. Очень много. Очень много зарейженных. Негодяи какие-то, подлецы, соответственно, видимо, рейдят на сервере в большом количестве. Мы не знаем пока, кто это, друзья, но мы найдем. Сейчас полетим, значит, под зеленый обелиск, посмотрим, кто там живет. Потом пройдемся вправо-влево, значит, у нас сегодня серия патруля будет. Надеемся, что... Смотри, красный луч. Братан, это красный луч. Где? Вон. А, да, на туре. Надо его взять. Давай посмотрим, вот, что там. База. Это СССР, кажется, было. Было? А что? Ее тоже, что ли, выглядит, как будто разнесли. Ебать, он прям перед еблом пропал. Реально, смотри-ка, дырки. Пропал. Че, реально, что ли, руины? Здесь же была большая база. А кто негодяй? А кто негодяй, подлец, который разрушил все? Здесь вон турель стоит уже без патронов. Господи! Как тяжело смотреть на руины. Все, нету. Потрачено. Обесточено. Владелец СССР. Да, ребята, все турели обесточены. Все, этой базы минус. Соответственно, я смотрю, здесь войны идут. Вообще жесть кровопролитные, ребята. Не на жизнь, а на смерть. Вы посмотрите, что происходит вообще. Струйка воды течет. Ты обращал внимание, что со скал струйка воды течет? Да. Обращал внимание, красиво тут жить. Можно полететь, подлететь, попить. Вот так вот. Не, нельзя. Нельзя? Вот, минус, что из нее попить нельзя. Я бы вот на вершине построил бы вот домик так здесь. Да-да-да. Но только из него пить нельзя. Вот это жаль, вот это жаль. Не, ну по идее, как по логике вещей, должно быть можно. То есть, что ты можешь там в зону сделать, чтобы можно было пить. Возможно, разработчики это хотели предусмотреть, но не сейчас, видимо. Пока не предусмотрели. Ну, давай посмотрим, где горят огни. Может, постучимся на огонек. На ужин, так сказать. Кому-нибудь напросимся. На птице никого? Да, на птице никого. Да нет, она просто какая-то... Да, странная. Это тоже, да, это тоже, это просто птица. Давай подлетим под зеленый, посмотрим, что там под зеленым, потом пролетим дальше. Вообще такой экскурс будет для игроков, которые экскурсия хотят играть по здесь. Да, и для игроков, которые уже играют, может быть, они чего-то не видели. Но я смотрю, лезут к нам англоязычные. Соответственно, было бы неплохо с ними познакомиться, поговорить, так сказать. Для этого есть 20 C4 с собой у меня. У NoFX тоже. Значит, разговор будет коротким, но интересным. Так, а здесь... О, ворота открываются. Кто-то открыл ворота. Прям перед нами. Прикинь, кто-то открыл ворота прямо перед нами. Ты это видел? Да, я видел. Это подгрузка была. Этой зоны. Что? Не может быть, это нам открыли ворота. Не-не-не. Смотри, здесь тоже убитые люди. Фап-фап. Все, подчистую нахрен. Кто-то убивает людей на сервере, понимаете, друзья? Какая-то мистика. Понимаете, кто-то убивает людей. Нам нужно найти этого человека. Вот это интрига. Вот это интрига, да? Еще какая интрига, только тут пустота. Никого нет. Опа-на, а там что-то горит, смотри, под обелиском прямо. Что это ты? Это я. Господи. Да, это я. Экшена мало что-то. Экшена мало, говорит. Так, подожди, ну здесь не про экшен, здесь про... Здесь все зарейжено, ты понимаешь, где живут-то? Где люди? Да я хрен его знает, блин, на сервере дофига народу сейчас, он почти полный. Вот мы про то же, мы... Его не видно. Мы, ребята, тоже начали записывать, когда на сервере дохрена народу. Где все, непонятно вообще. Ну, все молчат. Ладно, полетели дальше. Я думаю, здесь делать нечего. Нужно прилететь дальше и посмотреть, что будет дальше. Да, здесь тоже дырка. Значит, здесь ничего нет.
Что такое, брат? Что случилось у тебя? Тварь нахуй. Кто? Да я кругами за ней бегаю, блин, сесть пытаюсь на нее, она, блин, крутит вверх. А, ты за виверной? Тут только что бекон жарили, кто-то говорит мне. Куда он делся? Вон возле меня тело бегает. Иди, сейчас пообщайся. Поговорим с ним. У меня вот, дубликат голосом. Ребят, куда вы дели бекон жареный? Он тут только что бегал. Я прям здравствуйте, здравствуйте. Какой бекон жареный? Да вот тут бегал только что. Кто-то из вас его жарил. Большой такой. Полыхал тут. А? Смотри на пол. Слышите? Это он? Этот бекон? Где на пол? Этот бекон. Ух ты же, блядь, ну тебя... Да нет, слушай, да посмотри, это бекон. Посмотри, жареный. Да ни хрена. Да посмотри, он жареный, бекон. Он слушай, не... Слушай, подожди. Да жареный он. Так, нехорошо издеваться над человеком, который третий день в арк играет. Да я не издеваюсь, я тебе бекон хочу показать. Да, да, у тебя детонатор, блядь, в руке. Ну да, я тебе бекон, блядь, не покажу. Подойди просто. Посмотри вот поближе. Да он жареный. Слушай, погодь, да погодь у меня. Ой. Блять. Я хотел, чтоб... Ну сейчас напишут, что опять Шимор, ты издеваешься над подписчиками, блин. Я хотел поджарить его. Ой, я хотел показать ему заряд С4. Ну ладно, сейчас он придет. Бля. Извинись, да. Поджарить нельзя теперь? Спасибо, я помог новичку, добрейший души человек. Ребят, мы не хотели убивать бекон жареный. Господи. Я мискликнул, честно. Он мискликнул. Просто Sorry. Когда из окна выходишь, заходишь обратно, надо на какую-то кнопку нажать, чтобы он зашел как бы на мышке. А это или шок, или как бы укус. А он вроде был далеко, а случайно вот как бы... Блин, ну я ему описал всю ситуацию. Ну ясно. А, ну он больше не придет, наверное, к нам, черт подери, а. Ну ему, понимаешь, наверное, далеко будет. Мы потеряли, мы могли поджарить его, как бы. Ну бекон он хотел, бекон. Ах, черт подери, а. Я понял, я 30 минут на сервере нахожусь. Меньше всего я хотел на вас двоих нарваться. Чувак пишет. Повезло так повезло. Да-да-да. Ладно, полетели, что он сюда уже не придет, мне кажется. Добро пожаловать на сервер. Добро пожаловать на наш сервер. Ну, я его вещи тут просто перекинул, сундучок в зарейденном доме. Да, давай, давай. Что? Раз уж третий, хотел спросить, как называется трайп, в котором старый еврей, он вроде мужик адекватный. А как он называется, колхоз? Да, колхоз Ильича, там что-то такое. Колхоз Ильича. Они приютят. Надо бежать под красный обелиск, прыгнуть в сторону юга 3 раза еврей. Да. Шекель в озеро. Шекель в озеро, вызов еврея. Один шекель в озеро под красным обелиском. И еврей появляется, короче, на виверне, кидает тебе шлем с червя и принимает тебя в трайп. Внимание, дорогие друзья, это очень важная информация. Такой, кто вызывал старого еврея? Да, твой шекель мне очень поможет. Я слышу, как кто-то хрустит шейкелями. Кто, ребята, помнит этот момент? Ой, я хорошо помню. Подлечу под красный, давай там встретимся. Это было на стриме, ребята, по игрушке Халат. Кто-то хрустит шейкелями. Когда, я помнишь, за стрим прошел всю игру. Кто-то хочет сочить мне свои шейкели. Да, я помню это. Это был офигительный, эпичный, вот, да, блин, ребята, смотреть стрим. Было классно, а играть потом, если честно, мне не понравилось. Ну да, но зато вот те воспоминания, когда это было довольно давно, друзья, да. Канал был маленький, назад. Я тогда стримил много. А сейчас время, к сожалению, не позволяет. Очень хочется провести стрим, но не получается. Проблемы то там, то тут. Такой вот у нас что-то как-то... Херня, короче, пошла какая-то, к сожалению. Значит, в реальной жизни, скажем так. Но, надеюсь, все наладится. Ну так вот, было очень эпично. Можете посмотреть тот стрим. Угорали мы там знатненько. Очень. Так, значит... Я прилетел еще в одно место, братан. Ты сейчас под красный, да, летишь? Ты где? Да, я прям. Я прилетел в злачное место очень. Что это, блядь? Куда? Ой, это раптор меня хуярит.
А ты где? А? Я прям под красным, а ты где? Я не под красным сейчас, я долетел почитать, чья база. А это база, значит, у нас юнитов. Я не знаю, кто такие. Не знаю, кто такие юниты, но мне кажется, они были агрессивными. Не знаю. Кто-то прекрасного тусует. Мой назывался «Пикник у обочины», там чувак cool story рассказывает. Не, ну вот так интересно встречать. Я хочу реально показать кому-то бекон. Слушай, это очень интересная идея. Вот там, тут возле красного есть большая база, там, наверное, там есть люди? Ребята голодные. Там есть люди? Да. Можно пожарить бекон? Привет, братик, я принес покушать, смотри, на земле. Бань! Ох, как интересно, на самом деле. Хочется показать бекон кому-нибудь. Хочется бекон показать. Ну, поиздеваться-то хочется, правильно, ребята? Ну, так, это чья-то база? Она рабочая, да? В ней кто-то живет? Это нет. А. Вон там, наверху, на вершине. На вершине рабочие? Вроде бы, я тут только что видел огонек. И кто-то сразу потушил свет. Блять, NoFX летит. Так, ладно, сейчас. Ты здесь видел огонек? Вон, видишь, вон там в горах кто-то. В горах выше, блядь. Прям над нами, да? А, вижу, да-да-да-да-да, костер кто-то жжет. Такие шаги за ним, блядь. Стремно, наверное. Да-да-да. Сэр, сэр, здравствуйте, сэр. Кто здесь? Как вас зовут, сэр? Дюмо. Суприм, здравствуйте. Фига себе. О. От трайба отбился. Слышь, Мишор? Да-да-да. Ты один в горах? Да, тут бегаю просто, собираю. Нет, не один. А чё голый? Ну, так получилось. Ну, так получилось. Ночью голый с факелом. Чё-то как-то это странно, знаешь, со стороны смотрелось. Понятно. Чё вас там? Тут рейдят и рейдят всех, что ли? Мы вот сейчас решили облёт сделать, посмотреть, серию записываем. Ну да, рейдят иногда. А кто вообще агрессивный самый? Без рейдов не весело. Кто агрессивный самый? Да тут все. Все друг друга убивают, короче, да? Да. Да я тут хотел бекон показать, блин, ребятам, одному пацану, а NoFX его убил случайно. Вот его ищем теперь. Бекон видел хоть раз в арке? Вот его ищем. Что за бекон? А вот на земле. Ну не. Ладно, не буду, ладно, не буду тебя, ты хороший парень. Хотел показать тебе бекон. Ну ладно, мы другому покажем кому-нибудь. Удачи вам. Хорошо, давайте, удачи. Хорошей серии. Давай, пока. Смотри, как классно здесь дом построен, красиво. Где? Так. А вот где я с факелом. А там красивый дизайн, заборчик. Да? Итальянский? Да, заборчик классно сделан. Давайте посмотрим, ребята, на работу итальянского. Ух ты, слушай, а реально домик кто-то с душой подошел. Сделал. Не, а кто-то реально с душой подошел, как бы, к конструкции. Конструктив реально, ну, интересный. Ну? Не, ну на самом деле... Да, оно не особо под оборону. Так не, ну вот. Понятно, это дом чисто для красоты. И, не, ну такое, конечно, делают, как бы, я знаю, Варкин. Мы сами любители, как бы, сделать красиво. Не, такие вообще вещи реально рейдить жалко. Это просто пиздец. Но это вандалом надо быть, чтобы зарейдить подобные. У тебя свет есть? Да, есть. Есть факел? У меня факел. У тебя свет есть, стрела полетела, ёпта. Ух ты, здесь винтовые лестницы. Это замок, ребят. Здесь, наверное, призрак обитает. Призрак, выходи! О, здесь говнарная какая-то. Ух ты. О, запертая дверь, братан. Кто-то специально построил руины, а сам живет в запертой двери, смотри. Иди сюда. Та дверь подожди, заперта. Что, зарейдили, что ли? А ёб твою мать. Испугался? Прошу прощения, я хотел тебя напугать. У меня же, блядь... Че, страшно? Ну скажи, что страшно. Холодный поток по всему прошел. Холодный поток? Ебать. Из-под стула? А, потихоньку. Сука. Ладно, здесь дом зарейженный. Кстати, тут еще дверь закрытая есть. А, кстати, это был довольно красивый замок. Братан, у меня проблема, я застрял. Зарейдили. Я могу помочь. Не-не-не-не-не-не-не, стой. Вот. Сука, нет, не ломай, блядь. Что, так вандалы, да. Где я? Я ни хрена не вижу. Во, нормально. Чё за тьма, блин? Я долблюсь в какую-то херню. Господи.
Можешь в игру не говорить? Ты, блядь, меня сейчас бесишь, пиздец. Прошу прощения. Я хотел, чтобы все слышали, на самом деле. Ну да, ребята, очень красивый конструктив, значит, использован в этой базе, дорогие друзья. Можете взять на заметку свою. Ну а замок, к сожалению, этот разрушили. Видите, все ребята воюют друг с другом. Значит, летим дальше. А нужно найти человека, который хоть захотел бы посмотреть на наш бекон, дорогие друзья. Сука, почему это пошло звучит, блядь? В смысле? Посмотри на мой бекон. Это пошло? Это вовсе не... Посмотри на мой бекон. Но это вовсе не пошло, это на самом деле как бы... смотреть на бекон... Кстати, у какого обелиска мы сейчас не были еще? Все, ну, что ли? Мы были. Все пролетели? Да. Тогда давай искать факелы и ночную жизнь. Посмотри, база. Живая? Я себе. Есть то? Ну, как бы тебе сказать. Супер живая. Там полный пиздец. Нас там расстреляет моментально. Ночные киски. Сука. Оба-на! Нихера себе ночные киски, блядь! Меня уже начинает жарить! Там одна турель работает. Моя виверна, блядь! Вы чё охуели такое говно, блядь, строить? Что? Мы сейчас вернемся, дорогие друзья. Подними мое тело, пожалуйста. Ну что ж, друзья, ой, прости, я в тебя газом плюнул. Заебись. Блять, ну да. Просто ты, я запись нажал, наплюнула. Вот. Что ж, друзья, мы продолжаем нашу эпичную эпопею. Эпопею от слова «жопа». Пролетели мимо базы ночных кисок и получили звездюлей, ребята. Ни хрена там оборонище. Это просто охренеть, дорогие друзья. Ночные, у этих ночных кисок большая писка, блин. Я не знаю, как это еще описать. Виверна сбрилась моментально. Ночные киски. Охуеть там. Охереть там, братан. Это кто такие вообще? Ты это видишь? Да, это пипец. База громадная. Надо позвонить еврею. Спросить у него, что он думает по этому поводу. Что он нам расскажет. Он по-любому знает, кто они были до этого. По-любому знает, да. Кто у них в трайбе и где они живут. Ну это просто жесть. Главное, никто не выбежал оттуда. Опять плюнули в меня. Нет. Ну, наверное, да. В школе, либо еще что-то. Ну, ладно. Ладно, давайте посмотрим, ребята. На сервере до хрена людей, на самом деле. И мы что-то так мало встречаем. Это очень-очень непонятный момент. Я смотрю, здесь ни у кого турели нет. Маленькие домики. Опа, здесь что? Там хвостик динозавра. Давайте проверим здесь. Может быть, здесь кто-то хочет бекон? Здравствуйте! Хозяин дома есть? Хозяин дома? Курва! А ты что, не со мной? Ты где? Я все пытаюсь понять, почему виверна, когда я с нее слажу, в воздухе пытаюсь сама сесть, хотя раньше не было такого. Че виверна в воздухе? Когда с виверны слазишь в воздухе, она пытается сразу приземлиться, а раньше такого не было. Я пытался понять, почему может так и быть, не допер. Окей. Может быть, новая обнова какая-то. Давай возможно, у красного встретимся тогда. Посмотрим, кто здесь вокруг живет еще. Черт подери, вот это приключение, ребята. Так, у красного ты, да, значит, где-то? Я не полечу через ночных кисок. Да ладно, это не страшно. Не-не-не-не, нихера себе. Там еще сетевой десинхрон был, задержка небольшая, ее сразу сбрило. То есть сначала они не начали стрелять, я думал, там ничего нет. Ну, пушек как бы. Во, я вижу тебя, да. О, тут еще динозавры, это тоже кискины? Под тобой. Подо мной? Сзади тебя прямо. Нет. Не знаю. Нет, но это чье-то. Ну, кто-то здесь явно живет. Хозяин дома! Ой, я тут птицу нашел какую-то. Кто-то на ней? А. Где? Да тут рядом вот, где наш дом старый. На, тут до сих пор кто-то еще тусуется? Да. И тут кто-то на птице? Да, вон. Скорпиона херячит.
Опа-опа-опа, щемаш пошел. Смотри, скорпион за птицей. Здравствуйте, сэр! Мы виделись. А, мы уже виделись, да, прости. Ладно, понял. Ну ладно, удачи тебе. Ага, и вам. Сука, тот же человек, господи. Он бекон не хочет, как бы. Ладно, давайте пролетим дальше. Ну что я могу сказать сейчас, да, вот целое, в целом. Где люди, я хочу спросить. Карта, блин, маленькая. Состояние, если... Что там за церковь такая построена? Где? Вот. Здесь какой-то огромный красивый дом. А, господи, это же та архитектура красивая. Сука. Прошу прощения, да-да-да-да-да. Очень красивый дизайн. Еще раз повторюсь, ребята, реально красивый-красивый дизайн. Очень красивый дизайн. И какая-то сука посмела, понимаешь, поднять руку и уничтожить строителей. Понимаете, эти люди ради красоты играют в Арк. Чтобы строить красивые постройки, им взяли и навредили. Черт подери, а. Так, а в горах кто-нибудь может скрываться? А может, к еврею в гости прилетим? Или они, их сейчас нет? Без понятия. Него же онлайн всегда есть кто-то. Так, големы наверху. Блин, мне просто интересно, где люди расселились. А может быть, церковь кто-то заселил? Полетели туда? Какую церковь? А, вот эту церковь. Да. А вдруг там, да, кто-то поехали. Живет, понимаешь? Мне прям интересно посмотреть, ребята. Раз уж мы большой облет и поход делаем, что можно сказать-то по серверу? Войны идут, ребята. Постоянно ведутся войны. Кто-то кого-то херачит, дорогие друзья. И, в принципе, это явление нормальное. Но что-то, знаешь, большинство построек, заметил, большинство страйбов вынесены. Такое ощущение, что либо ночные киски, либо кто-то еще этим активно занимается. Ребята, делайте свои догадки. Кто эти негодяи, которые рушат все? Или просто страйбы между собой воюют? Как ты считаешь? Да, просто между собой. Думаешь? Все так просто? Не один кто-то террорист? Не, все между собой. Тот того вынес, тот того вынес. Пока тот выносил того, того вынесли. Пока тот выносил того, да-да-да, вот эта история. Cool story, пока один выносил другого, вынесли того. Его. Так, а я сейчас нахожусь рядом с Колизеем, подожди, а где у нас получается церковь? На другой стороне. Блин, это же в другом месте. Я сейчас к Колизею подлечу. Но у Колизея никто не живет, хотя, по идее, здесь строится на можно. На солнце лети. Правильно? Здесь же строиться можно? Правильно? По да, факту? Да, можно. Ну, эти вот черви бесят только. Ну да, они мешают, на самом деле, очень сильно. На солнце лети. У меня здесь везде солнце. Сука. Ну, вон, лечу на закат. Или на рассвет. На рассвет, наверное. На рассвет. Колизей, да, Колизей. Так, ну пока ничего не вижу. В пустыне тоже никто не живет. Но в пустыне жить невыгодно. По той причине, что здесь реально огромное количество червей может быть, друзья. И поэтому пустыня — место такое. Но почему-то я не могу встретить, блин, того, кому могу дать бекон. Вот это неприятно. Я улетел на солнце. Вокруг лечу. Ну, если вот по прямой лететь туда, как бы, будет вот это. Карта опять сбросилась, прикинь. Бывает эта херня. Я в квадрате 90-30. 90-30. Внизу карты. Летит, да, я понял. Я вот сейчас на 90-50. А, ты еще дальше, да, полетел? Да. Но это еще дальше надо пролететь. Я вот сейчас на ровно 90-50. Угу. Ну, летим, зависит. Посмотрим, вдруг какие... А представь, какие-нибудь отшельники скрываются в пустыне. Построили себе братство. Ой-ой-ой, я уже, блядь, в щит влетел. А, вижу тебя. О, привет. Угу. Так, нашел тебя, но... Мне кажется, никто в церкви не будет жить. Да, вряд ли, да. Опа! Можно тут где-нибудь. Че? А это че? Здесь какой-то лагерь был. Спальный мешок стоит. Почти построенный дом. Или может того. И шипы. Да, скорее всего. Кто сзади меня? А, блядь, это моя виверна рычит. Господи, боже мой.
Сука. Да, немножечко обосрался, немножечко обосрался. Но ничего такого пока нет. Людей до хрена, но все они скрываются. Вот это вот странно вообще. Ух ты, ну, хотелось бы найти кого-то. Вот что-то подгружается. Там турелька есть? Но тоже. Тоже рейд зарейженная. Ты посмотри, все разбомбленное, ребята. Все вообще разбомбленное вокруг. Смотри, здесь все зарейдили. Может, в чате написать, люди, вы где? Мы подлетим, пообщаемся. Да, зачем мне? Лучше самим интереснее найти. Было бы интереснее, чем нас ждали бы, понимаешь? Никого... Все вообще, все в войне. Просто все вынесли. Этот сервер реально весь, ребята, поглощен. Он нашел. Кого? Ух ты ж, мать твою, тоже пизды дают. Че нашел? И базу тут в ущелье. Где вот эти горы с ровными камнями. С ровными верхушками. Там база, перед, да? Зеленым. Да, в ущелье база громадная. С турельками. Чья база? Сейчас гляну. Блин, не видно так. Шевченко какой-то. А, ну да, видел такого. Угу. Да-да-да, видел его в чате. Но они вроде не агрессивные, хотя, может быть, и воюют тут с кем-то, хрен его знает. Ну, ну фиг знает. Там проблемы есть. Ничего пока, ребята, не видно вообще. Ну ладно, ничего что-то страшного. Облет мы, ребята, сделали, как бы. Вам спасибо за ваши лайки, как всегда. Спасибо огромное за поддержку выпусков. Набирайте 20 тысяч лайков, ребята, за что огромное спасибо. Продолжаем снимать арк. Скоро будут моды у нас и всякое прочее. Соответственно, ждите. Контента будет много. Анунаки надеемся снять. Ну, если вам будет продолжать нравиться, соответственно. Блять, в турели лечу опять к ним же, блять! Нахуй! Кого у меня убили? Эту хуйню на плече. Вы убили хуйню на плече! Сука. Надо прийти к ним. Надо связаться с кисками. Охуенно. Надо связаться с кисками. Дорогие друзья, всем спасибо огромное. Спасибо за ваши лайки. С вами был Нофакс. Подписывайтесь на Нофакса. Ссылка в описании. У него выходят всякие разные видео на канале. И мы увидимся на новом видео. С вами был Нофакс. Сам, да? И Шамора. Да, и всем пока, друзья, до новых встреч, и чтобы, блять, хуйню на плече и виверн ваших не убивали вот так, как у меня. Всем пока. Всем пока, ребята.